Нет. Сохранить эстетическую привлекательность фасада вашего дома. Сейчас мы напишем. Нет, всем нужно хочется поменять. Понимаете, нет. Смотрите. Подождите, вы же еще не услышали. Можно договориться о том, что остекление балконов происходит там, допустим, 4 в 5 там договоримся, секции, да? При этом перемычки нету и все белые. Потому что один захочет коричневый, другой желтый, третий зеленый, четвертый еще какой-то. Один 5 секций, второй 2, третий 3 и так далее. По конструкции это устанавливает предприятие, где заказываешь, и по размеру, и будет и перемычка, потому что... Я устанавливала балкон, смотрите, вот эта высота позволяет поставить одно окно без перемычки, там где-то вот типа форточки, да? Позволяет. Поэтому есть дома, где люди договариваются и ставят все с перемычками серого цвета. Есть только белые и все там 4 секции. Когда к вам придет специалист, он спросит вам, сколько поставить. Вы скажете 4, он сделает 4. Не скажете правда, 5, поставит 5. Неправда. Рехау только по проекту делает, и мы ничего не делаем. А можно еще вопрос? Посмотрите на балкон. Да, они широкие, другие узкие. Это не получится. Можно по проекту. Смотрите, у нас есть возможность такая обратиться, я знаю, что есть такая практика, да, обратиться к ней, чтобы они нарисовали рекомендации, потом обсудить это на форуме и уже по рекомендациям выбрать. Самый год будем ждать, пока они рекомендации. Я не знаю, выполняют они это за 2-3 дня. Ага. По кондиционерам. Не, ну, если вы скажете, что каждый будет делать так, как хочет, мы убираем это из договора. Но у меня есть просто опыт общения с работой с домом, который 415. Они хотят одинаково. Но это не сейчас хотят, они начали. Это у них выход на Крещатик, это нет, да. Нет, не на Крещатик. Да, там требования. То же касается кондиционеров. Если кто хочет там и ставит, или придерживаемся какого-то. Придерживаемся. Давайте хотя бы, чтобы стояки какие-то были. Ну, чтобы кондиционеры рядами стояли. Это да. Давайте придерживаться. Давайте это обсудим на форуме просто. В нашем. Сколько секций?